Это изобретение южноуральских инженеров очень напоминает танк, только без башни. Место башни на гусеничной платформе занимает легковой автомобиль. У работников сварочного цеха, откуда и вышло это изобретение, конструкция вызывает большой интерес. Теперь дело за малым. Снять с автомобиля колеса, а все узлы управления соединить с платформой. Получится настоящий вездеход. Легкий и быстрый. Поэтому и назвали его «Метелица». Колеса надо убрать. Опускается на ловители. Значит, соединяется тяга. Значит, заливается тормозная жидкость. Значит, прокачивается. И автомобиль практически готов к движению. Если подготовленный человек, значит, мы собираем в течение 2 часов. Это кадры ходовых испытаний вездехода. Легко идет по глубокому снегу, и рельеф местности может быть практически любой. Внутри комфорт легковушки, а управление ничем не отличается от обычного автомобиля. Руль адаптирован. Резко вправо, и левая гусеница крутится, а правая стоит. Вездеход разворачивается практически на месте. Мечта любого рыбака и охотника — с комфортом доехать к месту промысла. Забраться можно в самые непроходимые дебри. И, конечно, такой вездеход станет настоящим подарком для жителей труднопроходимых районов севера. У многих есть личные легковые автомобили, но теперь они могут стать еще и вездеходами. Для этого им надо просто заехать на платформу. На данный момент гусеничная платформа подходит для автомобилей с задним приводом, полным приводом и высоким дорожным просветом. Но уже в ближайшее время, по замыслу разработчиков, поменять колеса на гусеницы сможет абсолютно любой автомобиль. Родион Антаков, Николай Старостин и Геннадий Логунов. Вести, Челябинск.